есть? Прямо по курсу, приблизительно. Вон там, приблизь. Это он, наш парень. Его переводят. Надо уходить. Мы входим. Нас прикроют. По-твоему, зачем ты здесь? Конвой подходит. Цельтесь получше. Надо вызвать детонацию. А вот и они. По грузовикам. Так, пора загружаться. Смотри и учись. Аякса переводят в другое место. Времени в обрез. Атакуем на аэродроме, а потом будем пробиваться. Подхожу к воротам. Аякс должен быть здесь. Будьте готовы. Аякса должны держать здесь. Глянь через снайперский прицел. Thank you.
Сигнал, твой выстрел. 12 часов, 12! Слева! Справа! Слева! В комнате чисто! Его здесь нет! Где он? Где он? Куда вы его увели? Где он? Где он? Не знаю, где он! Райли взял след. Вперед! Используй снайперку с ДУ, чтобы убрать РПГ. Все чисто. Следите за Райли, он приведет нас к Аяксу. Подкрепление вот-вот подойдут! Вражеский патруль. Примерно с десяток. У нас нет времени. Надевайте противогазы. Газовую гранату подвесь. Пускайте туда газ! Райли снова взял след. Должно быть, мы близко. Должно быть, Аяк содержит здесь. Игорь, Логан, попробуйте найти другой ход. Будем ждать вашего сигнала. Мы с тобой, Логан. Еще одна дверь. Охраны нет. Будем ждать сигнала. Логан, живее к двери. Будем через пять. Держитесь там, Аякс. Держитесь. Рорк! На стену! Ну же!
Держись, Аякс! Он умер. Мэри, ты только глянь. Приготовьте его к старту. Это список целей. Трорк охотится на призрака. Да кто, блин, такой этот Трорк? Нет времени объяснять. Он заходит. Пошли, быстро. Фиган, приведи его. Уходим, быстро. Все молодцы, но теперь нам надо в Лос-Анджелес. Быстро. Осторожно, отбой. Роган, проряди их из снайперки. Мы под обстрелом, мы под обстрелом. Эти вертолеты — наше спасение. Захватим то, что стоит подальше. Кого? Вперед, вперед! Прикрой нас! Нам нужно прикрытие! Как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. И вновь мы вели бой с Федерацией. И вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то в гуще этого побоища был наш отец. Нужно было его найти. Выходим!